Всем привет, с вами Свет, и сегодня мы продолжаем играть в игру My Little Investigations, ну или как переводится, мои маленькие исследования. Мы остановились на том, что поговорили со Скуталу, Apple Bloom и Скуталу, да, и у нас, короче, от нас Apple Bloom отделилась, и теперь мы должны продолжать расследование. Если я не ошибаюсь, нам нужно пойти к Рэрити, но давайте сначала поговорим с ними, может им они что-нибудь нам скажут. Нет, ничего новенького, то есть мы же это вот... Короче, ничего новенького нет, так как мы уже все об этом говорили. О, свежий выпуск газеты «Юный пони». Как идут дела в издательстве? Ну, после того, как Даймон Тиару сместили с поста руководителя. Я думаю, просто Даймон... сместили с поста руководителя. Ну, скажу откровенно, твой, мало кто теперь читает нашу школьную газету. Ага, что ни говори, а из Фезервейта фотограф лучше, чем редактор, и не могу поверить, что мисс Черрилли выбрала его. Да, но почему? Твай, просто прочитай статью на обложке, и ты все поймешь. Мистер Уадл сходил в магазин, и это новости... Во имя Эквестри, как ты умудрилась написать об этом целую... Как вы умудрились написать об этом целую статью? О, я воспользовалась той же методикой, что при написании речи меткоискателей. Бессонная ночь в обнимку с большим словарем, в котором можно найти много потрясающе больших слов. Вышло не так уж и плохо. Что скажешь? В смысле, бессонная ночь в обнимку с большим словарем? Речи меткоискателей? Я не понимаю, то есть они речь пишут, что ли, берут левые слова, всякие словаря, там, например, я не знаю, словаря провод, стол, и у них получается такая речь, да, то есть, серьезно? Мистер Вадлс импровизированно экспролировал модифицированный молдинг с невообразимостью. Скутул, это вообще не предложение, это бессвязный набор слов. Ага, не лучшая моя работа. Однако у меня есть дела поважнее написание скучных историй для школьной газеты. Ответственность явно не твое второе имя. Да. Если уж тебе что-то доверили, нужно как-никак это делать. Ой, тут много всего осматривать. Ну ладно, давайте посмотрим. Это Скуталу ведь так потрудилась над внутренним убранством клубного домика? Вообще-то нет. Это я. Ну, Скуталу устраивает ежедневные собрания фан-клуба Rainbow Dash. А эти рисунки – результат организованного мною художественного конкурса. Ну, разве они не потрясающие, Твайлы? Там он один же. Лучшие рисунки в мире, да-да-да. Мага, ровно как и пара дюжин, что ты показывала мне раньше, один за другим. О, Селестия милосердная, я и не знала, что пони можно изобразить в таком количестве поз. Там же один рисунок, ну, второй. Там их два, по-моему, всего лишь. Ну ладно, рисунок. Кто это? Не припоминаю, чтобы вы гуляли с ней. Твайлайт, мне казалось, что это очевидно. Это Черри, нет? Оу, ну если так, то это Сан Блум из школы? Нет. Берри Пинч? Нет. Коттон Клауд? Нет, ну уже, Твайла, ты даже не стараешься. Что? Нет. Я стараюсь, честное слово. Просто я не имею ни малейшего понятия, кто это. Это Вайнона. Вайнона, Твайла, Вайнона, это же собака Эпплджек. Свити Белли, а это случаем не ты рисовала? Ага, Рэрити меня похвалила. О, вот теперь я вижу сходство. Нет, хотя... Не. Не вижу. Это же пони вообще, какая Вайнона? Серьезно, это пони. Ладно, кисточки. О, это же кисточки. Зачем они вам? Ну ты даешь, для того, чтобы красить. Мы обожаем заниматься рисованием и капотоделием в школе. Так почему бы тебе... Так почему бы нам не заниматься этим и внести ее стен? И что именно вы с их помощью делаете, если не секрет?
Все, что можно, может пригодиться в наших приключениях. Назови что угодно, и почти наверняка мы это уже делали. Мы раскрашивали транспорт, дельтапланы, декорации для театра, фейерверки, огромные поздравительные открытки, живых животных и прочие клевые штуки. В смысле живых животных? Ты сказала живых животных? Ага, мы увидели, как круто раскрашены животные в цирке, и нам самим захотелось попробовать. Мы потренировались на паре коров и цыплят на ферме, но Эпплджек наругал нас после того, как следующим утром на ферму заехала тетя и дядя Оранж. Хотя выражение лица Оранжа того стоили. Это порождает так много вопросов в моей голове, что, думаю, будет лучше закрыть эту тему и более не поднимать ее. А меня больше интересует, какого вы такие садисты раскрашивать животных. Ну это же не подходит для мира пони. Так, ну мы тут все осмотрели, да? Ну ладно, в принципе, давайте отправимся куда надо. Все-таки мы тут слишком долго задержались, нам нужно... Ну давайте спросим еще, что там. Нет, все, нет, 7 для разговора. Значит, пойдемте к... По-моему, надо к Рерити пойти, то есть что-то у нее спросить, что ли. Я не помню уже точно, но, по-моему, надо к Рерити. Ладно, в принципе, если уж мы ошибемся, то просто я, наверное, спрошу что-нибудь с Кутал. Ладно. Давайте отправимся к Рерити. Сюда же надо идти. Куда я иду? Эта дорога ведет прочь из Пелина, мне нечего там делать. Как я понимаю, это... Да, это у нас локация, которая откроется в будущем. А нам туда, да? Да. Там сейчас будут шатры, которые неизвестно для чего, над которыми Твайлайт долго еще думала, что это за шатры, и вообще так не догадалась. Хотя, я, по-моему, это просто шатры для торговли. Ну, или просто заброшенные шатры, а что, тоже может быть. О, новая локация. Вау, Рерити, ты убралась в бутике? По-моему, она не убралась в бутике вообще. Почему нет, дорогуша? Тут был такой ужасный, невыносимый беспорядок. Еще немного досортировать все, и будет так же прекрасно, как раньше. Но это же место преступления. Знаю я. Не правда ли ужасно? Я потратила все утро, чтобы привести это место в более или менее подобающее состояние. А, Рерити, нельзя просто так взять и убраться на месте преступления. Тут же могли быть улики. И как теперь составить полную картину произошедшего? О, ты права. В этом есть смысл. А, забудь. Надо смотреть то, что еще осталось. Что ж, это уже хоть что-то. Наверное, этот табурет ведь не был таким вчера. Я еще, короче, хотела сказать, когда она только вошла, я хотела сказать, почему никто не убрался. Ведь вроде как прошел уже целый день, я думала, что кто-то убрался, а на самом деле это называется убраться. Потому что это было не было похоже на убраться. Ну, окно разбито, вот тут тоже все было поломано. Разумеется, нет. Я обязательно бы привела все в порядок. Что я и собиралась сделать прямо сейчас. Спокойно, Рерити, держи себя в копытах. Позволь беспорядку хоть денек побыть в твоей жизни. О, если ты настаиваешь, то я постараюсь. Вспоротый табурет. Было прокинуто вспорот вчера ночью. Разрез странный. Что могло бы вызвать? Когти, возможно. Ну, это, наверное, знаете... Вот сейчас вот, наверное, это по-любому так будет. Вот эти вот, как его там... Монстры. Кто там... Кто там алмаз украл? Я уж точно не помню, там монстр какие-то, не пони там была. Вот наверняка они брали кошку, короче, и вот так вот тащили ее. И она типа такая табурет когтями. Да, это моя теория. Но я больше ничего не вижу. Неужели здесь и прям не больше не на что смотреть? А, безобидно, этот табурет вряд ли нам поможет. Что ж, если ты упустил что-то, я, возможно, смогу тебе помочь. Серьезно? Как? Помнишь, что заклинание для поиска драгоценности, которому я тебя недавно научила, Твайлайт? Скажем так, я его слегка модифицировала. Теперь с его помощью можно искать вещи. Честное слово, Твайлайт, оно теперь такое удобное. В бутике теперь всегда чистота и порядок. Раньше мне приходилось подолгу искать нужные вещи, нужные в работе аксессуары.
Что ж, звучит неплохо. Хорошо, давай попробуем. О, Рерити. Рерити теперь наш компаньон, и что у нее с лицом? Рерити издумно словно словно заговариваем чужих зубов, и она всегда, всегда рада помочь. В смысле? Рерити издумно словно заговариваем чужих зубов, и она всегда рада помочь друзьям с помощью своего таланта. Если какой жеребчик или просто кто-то с Я, наверное, читать не буду, я тут ничего не поняла. Активная способность, несмотря на то, что надо. Рерити модифицировала свое заклинание поиска камней так, чтобы с его помощью можно было найти любые мелкие или заметные вещи, которые вы могли упустить. Если нужно найти иголку в стоге сена, Рерити может помочь. Хорошо, но пассивная способность там, наверное, имеется в виду, она со всеми общается. Так, ну подождите, я сначала все смотрю, я вижу, что там поиск. Ну, в принципе, ладно. Она будет за мной ходить, да? Классно, потрясающе. Давайте посмотрим на разбитое окно. Ха! Я знала, что Скуталу хватило бы предусмотрительности не разбивать окно, если бы она попыталась украсть камень. Просто ей не хватило предусмотрительности избежать столкновения с окном, после того, как Опал выскочила на ее пути. Кажется, я как-то не так озвучила свою мысль. Да. Трюма. Ладно, давайте уже используем. Я знаю, что вы хотите поскорее всего сделать. Так. Как этим пользоваться? Вот. О, во. Что-то есть. О, не-не-не. Стекло. Повсюду стекло. В моем доме, Твайлайт, я просто не могу позволить чему-то столь опасному находиться здесь. А, это магия рога. Что-то кажется, как будто музыка. О, Рерити, остановись, нельзя просто так взять и убраться на месте преступления. Но, разбитое стекло в моем бутике. Спокойно, Рерити, держи себя в копытах. Ха, отлично, я вынесу это непотребность достойно, как и подобаем истинной леди. Но с тебя должок, Твайлайт. Как скажешь, Рерити. Я согласна на все, пока ты не путаешь улики. Она путала. Ладно, разбитое стекло, можно осмотреть. Так, что-нибудь еще есть? И туда можно пройти дальше? Вот, что-то есть. А это что? Это... Ну, крючки из самоцветов рядом, явно какие-то странные, да? Это уже очень странные по форме камни. Видела их раньше? Нет, боюсь, что не видела. Странно. Крючки из самоцвета добавлены к уликам. Только они что-то не добавлены, но может добавлены, но что-то они исчезли. Это кучка мелких драгоценных камней. Рерити, как ты считаешь, воры могли пытаться украсть их тоже? Полагаю, нет. Вообще-то они все это время лежали на этом табурете. Наверное, они просто упали с него. К слову, я никак не могла их найти. Спасибо, Твайлайт. Ладно, неважно. Ну и зачем-то они добавили мелкий смысл кулик. Что ж, теперь-то мы точно здесь все осмотрели. Спасибо, Рерити. Хотя, знаешь, мне кажется, что мы могли где-то что-то упустить. Рерити, не могла бы ты еще подсобить своим заклинанием? Оно выглядит весьма полезным. Но, разумеется, Твайлайт, командуй, дорогуша. Стоит еще раз смотреть все места на случай, если что-нибудь упустила. Вероятно, стоит начать с территории вокруг бутика. Намек, да, конечно, сейчас мы рассмотрим территорию вокруг бутика. Но мы еще не рассмотрели разбитое стекло, а там наверняка что-то есть. А, нет, она просто будет сейчас говорить. Я думала, что мы можем что-нибудь там осмотреть. Ну ладно. Трюма, я даже не знаю. Давайте зеркало, трюма, лестница. Ну, давайте на лестницу посмотрим. Может, там можно будет войти? Дорогуша, могу я поинтересоваться, куда ты собралась? Ой, ну, я думала, что, может, вор пробрался через окно на втором этаже. Твайлайт, там моя спальня. Думаю, я бы заметила, если бы он прошел через нее. Ой, ну да, забудь. А разве у тебя нет там других комнат? Нет? Нам просто в мультфильме, по-моему, не показывали, что прям целую карту дома Рерити.
Хотя я точно не знаю. Нет, по-моему, там только кухню показывали. Не знаю, так. Ладно, трюм. Ну, давайте трюм осмотрим. Зеркала не будем. Слушай, я знаю, что эти трюмы используются для примерки твоих нарядов. Но мне всегда было интересно, для чего нужны эти ящички. О, богиня, дорогуша, разумеется, для хранения аксессуаров. Одежда не одежда, без различных мелочей, которые делают ее более подходящей для конкретного пони. Посмотрим, тут лежат драгоценности, драгоценные камни, блестки, кружева. Пуговицы, нитки, оборки, бубенчики, заплатки, маленький кусочек веревки, который я нашла. Кусочки ворсистой ткани, которые я уже не помню, где достала. Я думаю, я поняла тебя, Рэрити. Спасибо. Хотя, разве камни и драгоценные камни не одно... Хотя камни и драгоценные камни не одно и то же. Определенно нет. Ну, конечно же, нет. Камни же это серые камни обыкновенные, а драгоценные камни, они какие-то такие особенные. Например, если дать алмаз и камень, просто обыкновенный камень, то что вы выберете? Камень или алмаз? Их то есть очень отличить легко. Хотя я не знаю насчет таких особенных каких-то драгоценных камней. Может быть, какие-то драгоценные камни похожи на обыкновенные камни. Я насчет этого не разбираюсь. Я в них, в драгоценных камнях, не разбираюсь. В общем, я не хочу сказать, что ты недостаточно наблюдательна, Твайлайт. Ну, спасибо, блин. Ну, спасибо, блин. Да, так, трюма, не будем смотреть на зеркала. Ну, зачем, серьезно? Ну, тут нам сказали, что мы все осмотрели, и... Время тратить так просто не надо. Ладно, так, давайте. Да, я поняла, нужно искать все. Вот тут надо что-то смотреть. Нет? Нету. О, вот тут что-то есть. О, во. Ну, примята... А, примятая трава. Примятая трава. Ага, интересно, трава в этом месте примята. Будто кто-то пробежал здесь или проехал. Вообще в этом нет ничего удивительного. Поскольку воры непременно бы смяли траву при бедствии. А не мог просто какой-нибудь пони, к примеру, после вот этого совершения преступления, после дела преступления место не огораживали, да, от других пони, то, может быть, кто-то случайно туда зашел там и натоптал, блин, глупо как-то. Вообще в этом нет ничего удивительного, поскольку воры непременно бы смяли траву при бегстве, но что-то не дает мне покоя. В том, как примята эта трава, есть определенная странность. Ну-ка. Тут должны быть следы от шин, а Рерити до сих пор не поправила траву, нет. Тут должны быть следы от шин, и трава должна быть примята не тут. Ну, следы от шин. Если это Скуталу украла трублу, то, как мне кажется, она непременно должна была оставить здесь следы шин при бегстве. Ведь, если остались следы при резком торможении, то весьма логично было бы предположить, что они остались бы и при резком ускорении. Однако, стоп, о чем это я вообще? Скуталу не крала трублу? Нужно еще раз подумать. А, нет, ну значит вот это. Секунду, что там говорила Эпплблум о прошлой ночи? Спустя какое-то время кто-то очень быстро пробежал через мост. Видимость была не очень хорошей, но я точно уверена, что это была Скуталу. Твай. Скуталу пробежала через мост. Однако след примятой травы ведет в другую сторону. А это может быть другая пони? Полагаю, теперь нет никаких сомнений в том, что кто-то побывал здесь еще до Скуталу. Вопрос в том, или после. В том, кто именно... Был ли это пони? Нет, мне так не кажется. От пони не осталось бы таких улик. Каких улик? А, каких-то улик. Так. Белая шерсть, ну нет, наверное, показания Эпплблум. Рэмбу Дэш. А может быть это не кошка, может быть это... Это кто-то другой, то есть тот, у кого есть когти, и они искали тот самый трублу. Поверхность табурета явно была спорота когтем, но у пони не бывает когтей. Нам нужен кто-то, желающий похитить драгоценности, имеющий когти. Кажется, картина проясняется. Там, я не помню, там на начальной заставке, там кто был? Там ведь на начальной заставке нам показывали, как украли трублу. Там же ведь тот, там точно был не пони, но я не помню, кто там был. Там...
Там был кто-то другой. Рерити, думаю, я уже... Ну, не дракон. Рерити, думаю, я уже могу сделать кое-какие выводы. Правда, Твайлайт? Невероятно, расскажи. Пока это лишь догадка. Однако она может привести нас к чему-то большему. Следуй за мной. Думаю, я знаю, куда мне теперь нужно идти от южного выхода с городской площади. Пора нанести старым друзьям визит. У нас еще есть целых 10 минут на запись этой серии. Так что не будем терять время, давайте продолжим. Так, тут точно уже больше ничего нету, ну, мало ли. Хотя я не думаю, потому что тогда бы вот эта фигня мигала. Ладно, не, предположим, здесь ничего нету. У нас есть партнер, класс. Серьезно, я люблю с партнером ходить. А как мне это убрать? Поиск, да, все понятно. Просто не очень удобно с этим рогом. Да и, в принципе, зачем он нам? Такая штука мигала бы. Ладно, так, можно с ним поговорить? Дорогуша, ты потерялась? О, нет, прости, задумайся на секунду. Ну же, Твайлайт, вниз по городской площади сразу налево. Все просто. А, это типа как подсказка. То есть, если мы что-то там не знаем, что делать, или забыли, или записали серию и забыли, что делали в прошлый, то мы к Рерити, короче, подходим и спрашиваем у нее, как что там делать. Ну, удобно, кстати, очень. И, то есть, если я запишу серию и забуду, я смогу у нее спросить, что делать дальше. Могу я тебя спросить, Твайлайт, куда мы направляемся? Я, конечно же, люблю прекрасные, блестящие, ослепительные, драгоценные камни. Но, кажется, сейчас не самое подходящее время для их поиска. Мы пришли сюда не за камнями, Рерити. Ведь тут есть не только они. Алмазные псы. Я поняла. Тогда позволь сказать, что... О, нет, нет, Твайла, ты же не имеешь в виду... Ну и что, да. Сразу от развилки нам нужно повернуть налево. Ну, если это необходимо. Алмазные псы. Все, я все поняла. Короче, воры алмазные псы. Ну, потому что... А что, улики реально указывают на них. Хотя, может быть, в конце будет какой-нибудь очень сюжет такой поворотливый, короче. И окажется, что это не алмазные псы, а какие-нибудь драконы вообще. Твайлайт, не хочу тебя отвлекать, но не могу не интересоваться, куда ты идешь. Мы же собирались идти на восток, разве нет? Ой, точно, виновата, пойдем. А, ну... Что это? Пойти к тупику. О, новая локация, все, пойдем потом к новой локации. Пойдемте. Ко входу от пещеры, что там? Бантик, бантик. Что это такое? Это осыпающиеся камни, куда нас не пускали, но мы все равно туда проникли. Что это? Это принадлежит Опал. Я бы узнала его из тысячи, Твайлайт. Хотя зачем ворам понадобилось Опал? Она же разговаривать не умеет. О, моя дорогая Опал, где же ты, мамочка? Очень волнуется Опал. Ну, пока она в очередной раз валится с ног от горя, я сделаю пометку, что это принадлежит Опал. Очень интересно, что нашелся именно здесь. Я когда увидела, как она такая драматизирует, знаете, чем мне вспомнилась песня, такая была в серии, блин, не помню, но в новом сезоне. Короче, как она называлась, я королевой драмы. Ну вот, может кто-нибудь смотрел, может понимает, о чем я говорю. Ну, короче, вот, она назвала себя королевой драмы, и да, она реально королева драмы. Ну, в этой игре это идеально показывается. Queen of Drama. Уроки английского языка, блин. Так, а здесь точно ничего не надо искать. Я просто тут думаю... О, охранник, да. Охранник, ладно. Я просто думаю, может быть, посмотреть улики все-таки. Даже не спрашивайте, зачем. Здравствуй, меня зовут Twilight Sparkle. Мы расследуем кражу и просим разрешения войти в пещеру для обыска. Нужен ордер. Молчит. Так, мы можем войти? Можем? Музыка при нем затекает, типа он... пожалуйста? Нет. Чё? Пропусти, Твайлайт, позволь леди поговорить с этим... Пропусти, Твайлайт, позволь леди поговорить с этим милым джентльменом. Псом, неважно. Дорогой пес, мы были бы очень признательны, если бы ты впустил нас. А, он говорит, нет. Ой, да ладно, тебе уверена, мы сможем договориться. Если ты понимаешь, о чем я. Деньги. Нет.
Нет? Правда? Ты уверен? Да. Да ну ладно, сам напросился. Ты будешь стоять в стороне, хороший песик, пока я не разрешу тебе сдвинуться. Нет. Вы, сэр, хулиган и дворняжка, и мне даже не нужно большего ума, чтобы понять, что вина этому явно недостаток воспитания, но немного времени я вобью в тебе манеры, тебе ясно? Да. А также, будьте уверены, я пожалуюсь в ту инстанцию, которая у вас псов за это отвечает. Так что послушай. Чё послушать-то? Уф, это семь... что семь будок тебе на голову, что тут процы... Только не ты, что ты тут забыла. А, это после серии. Ты... Ты! Позвольте вас прибить. Не знаю, это так смешно. Ты! Тихо! О, богини! А эти все-то так же друг друга недолюбливают, ненавидят. Рерити, типа, панельский законодатель моды, прошлой ночью стала жертвой кражи Трублу и Опал, по-видимому, до сих пор вселяет ужас у алмазных псов. Конечно же, все ее помнят. Ну что ж, если вы уже закончили вести себя как дети малые... Мистер Эмпиос, меня зовут Твайлайт Спаркл. Я расследую вчерашнее происшествие, и у меня есть причины полагать, что кто-то из живущих здесь в нем замешан. Можем мы осмотреть ваши пещеры? Нет. Нет? Нет. Кажется, теперь я знаю, кто обучал эту охрану. Мистер Пёс, если вы не пустите нас, то мне придется. Эхе, я не пущу вас, пони. Почему? У тебя нет ордера. На обыск нет ордера, нет прохода. Ты входишь, ты нарушаешь закон. Ну, кстати, да, насчет этого правда. То есть, чтобы что-то обыскивать и в нашем мире, в том числе, если что-то нужно обыскать, нужен ордер на обыск. То есть, из полиции его нужно принести. Откуда во имя Эквестрии алмазные псы узнали законы? Боюсь, что... они правы. Хоть мне и не хочется этого признавать. Все изменилось со времен нашей... первой встречи, если можно так сказать. Да. Почему я всегда узнаю подобные вещи последней? Видишь ли, мы заключили соглашение. Они подписали соблюдать наши законы, и мы оставили их в покое. Договор. Это значит, что мы не можем просто так ломиться к ним, как какие-то хулиганы. Так как мне того не хочется. Ладно. И что же нам тогда делать? Получить ордер, дорогуша. Как он и сказал, если мы покажем мэру всякие доказательства, считать их причастными. Короче, к мэру сейчас будем заглядывать. Тот, я думаю, зачем до сих пор у нас остался профиль мэра в этой. Тогда она, может быть, выдаст нам ордер на обыск. Все просто, правда? Просто, ага. После этих слов обычно следует провал, Рерити. Ладно, тогда никуда не уходите. Мы скоро вернемся. Мы и не собирались никуда уходить. В отличие от вас. Вы уходите. Скатертью дорога. Эти мне нравятся, значит. Так, ладно, обычно в это время дня мэр работает в ратуше. Так что обратно в город. Другого выбора у нас все равно нет. Мы можем идти в ратушу, но, к сожалению, время подходит к концу. Уже 29 минут прошло, так что, думаю, можно заканчивать на этом. К тому же мы за этот выпуск успели очень-очень многое. Серьезно, мне так нравится. То есть игра очень интересна в том смысле, что ты не знаешь, что будет дальше. И я предполагаю, что все-таки алмазные псы не виноваты, потому что они, как вы знаете, они боятся Рерити по серии с алмазными псами. Там, я помню ее, до сих пор она клевая довольно-таки. То есть я не думаю, что они стали бы воровать. Мне кажется, что здесь что-то не так. То есть здесь явно замешано что-то другое. То есть какой-то другой персонаж, которым мы не знаем, может, какой-то злодей.
Но так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. И следующая серия выйдет обязательно. Я не знаю, что там будет, серьезно. Мне интересно узнать, то есть я хочу быстренько пройти эту игру. Нет, даже не быстренько, а пройти эту игру, потому что она мне очень понравилась. Надеюсь, и вам тоже. Ну а так, всем удачи и всем пока!